Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи. Мы продолжаем прохождение замечательной игры под названием Have a Nice Dead. Такс, бежим. Что, на следующий этаж у нас впереди третий босс. Ну, хоть хп чуть поправили. Сейчас, если аниму найдем, то поправим нормально. Надо парочку аниме, и будет неплохо. Вопросы малы. Отдел инвестиций, я не понимаю, что это. Снаряжение. Премиум. Ой, призмиум эссенция. Пойдем сюда. А может, надо было на консультации идти? Текст. Тут можно и направо, и налево, что ли? Ага, сейчас, конечно. Как-нибудь увеличить урон заклинаний? Оу. Что вы умеете, а? Сразу говорите, признавайтесь. Оп. А, у меня ж заряжено. Нафиг, их что-то слишком много было. Я уже особо забыл, что они там, блин, умеют. Хорошо. А, плюются. Как к ним заходить туда? А вот так. Но все-таки по мне, по-моему, ударит. А, я не ультанул? Или чем? Я огненным шаром ультанул? Фак. Нет, не вдарили по мне. Очень много эссенций. Нужен магаз. Я не знаю, нужен еще призмиум. Если мастерскую... А магаз чё? О, я там только хилки-то и куплю. Оп. Где он есть? Да иди ты нахуй. Задолбал. Как бы урон увеличить? Ого. Ах ты ж чёрт. Шёл нахрен. Не-не-не, я еще тут не все прошел. Здорово. Нет, пошел в жопу. Это что? Максимум очков здоровья. Спасибо. Полезно. Так. Там все. Да, подольше сейчас стало. Уровни побольше. Так, убил, хорошо. Ух, он чуть меня не куснул. Несколько комбо уже им приходится прописывать. Но тут я не бегал. Не, я тут бегал и тут этих убивал, вспомнил. Один путь остается. О, призмиум. Хорошо. Два призмиума есть. А что, типа, я прикольных так поджариваю, что ли? А-а-а! Все. Фух. Я случайно почему-то... О. Нормально. 16 здоровья. Восстановил. Так, давай. Что дальше? Мастерская. А, царь Эбола. Блин, а за него я 20 хп получаю. Этого товарища мы еще не били. Дензел, царь Эбола. Блин, ну он может меня сейчас просто убить, я даже до босса не дойду. А тут, заметьте, всего 5 этажей.
А мастерская, у меня есть две эссенции. Две этих. Два призмиума. Пойдемте в мастерскую, сейчас я там как все прокачаю. У меня дохрена эссенций. У меня два призмиума, можно это все потратить, и я стану намного-намного сильнее. Вкачать огонь, вкачать лук. Такс. Вот сюда один призмиум. Сюда, наверное, тоже один, да? Так, давайте смотреть тут. Вот, коса. Урон увеличить. Наверное, не надо, да? Я буду в основном бить вот этими двумя. Стрелы самонаводятся, конечно же, да. Вот так. Огненная стрела, пламя повышает урон на 3. Атака больше. Ну и стрельба двумя стрелами. Пять. Еще можно. Дополнительные заряды плюс один. Стрелы самонаводятся. А, дополнительные заряды плюс один. Но это 150 уже слишком. И атака на 15 повышается. Вообще крутая тема. Но, блин. А что, один призмиум, если потратить? Я хотел косу улучшить. Посмотреть, что там с косой будет. Вот тут. Вот сюда только призмиум. А тут дублет. Вдвое больше лезвий, вдвое больше веселья на чужих похоронах. Накладывает эффект. Страховка от несчастных случаев. Вот что это? Только моргнешь, а средства производства уже захвачены. Атака на 5 увеличится. Ну, кстати, прикольно. Я просто не знаю, если мне... Я могу попробовать лук прокачать. Но это дополнительные заряды. Так, во-первых, давайте весь призмиум мы тратим. Вот огненная стрела. Что там будет, да? Ой, призмиум потратил. Я не хотел! Ну почему так нечестно? Мне надо было пробел нажимать. Накладывает эффект пламя. А дальше тупо урон повышается. Так неинтересно. Но можно вот тут. Болтосик сюда. И все-таки косу разочек сейчас мы фигакнем. Во. Ну, к сожалению, уже ничего у меня нету. Идеальное оружие против косых взглядов за спиной. Давайте посмотрим, что у нас поменялось. Ух. А к этому теперь надо привыкать. Заряженный удар такой же. Ну, дальность повысилась. А скорость, конечно, слабенькая. Так, а что еще? Вот вверх. Да хрен его знает, ребята, хрен его знает. Гоу дальше. Консультации по вопросам маны. Поехали. Нужно еще какое-нибудь проклятие шикарное получить, и вообще все отлично будет. Так. Мне интересно, как прям наше все работает. Две стрелы, которые самонаводятся. Оу! Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу! Так, пока непривычно. И слабая. Еще одна. Еще одну карту поменяй. Анимы нету. Ну, я не знаю, как-то неудобно. Но оглушает с первого удара. Бьет, подтягивает. Теперь я врубился. Получил? Готов. Как же сложно стало. Все равно у стрел какой-то урон маленький. Своих он не взрывает, да?
Не знаю. Вот так вот посередине игры взял весь свой, все свои скиллы поменял, но зато теперь я их убиваю с одного, с одной камбулечки. Это что, это хилочка? Это энергия восстановила. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Как-то вас тут многовато, ребята. О! Лечение плюс 25. Все, если нахожу аниму, то полностью могу себе хп отхилить. Максимум мана. Проклятие не будет здесь? Оу. Но это было ожидаемо. Так, вот что они делают? Спекся, да? Так, а вы чё, блин? Вам особое приглашение надо? Так, но прикольно, что он массовый урон наносит, бьет и как бы к себе подтягивает. Вот это классно. Не, я ничего не меняю. Иду с такими артефактами, с самыми обычными. Лук. Огненный шар. Так. Ну, они, наверное, соединятся там. Да ладно, я его убил уже. На самом деле случайно убил. О, вампирик. Вампирик, нужны враги, 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 враги. Да не камень, а враги. Это новый артефакт, кстати, я не знаю, что он дает. Я ж там что-то покупал еще. А все, нет врагов. Да. Как я не вовремя взял вампирик. Так. Крут кинжал. Накладывает эффект яд. Три заряда. Он их метает, да? Крут кинжалы. Давайте прочитаем. Крут кинжалы. С некоторыми скорбями у смерти отношения не самые гладкие, но если уж ему удается достичь с кем-то из них взаимопонимания, результат всегда впечатляет. В свое время, когда Магратоа еще только надеялась стать руководительницей отдела природных бедствий, эта вспыльчивая леди приложила к резюме мощное цунами, которое по щелчку ее пальцев стерло с лица земли целый архипелаг. Надо сказать, поначалу смерть был не в восторге. Просто посмотреть, как он работает. Так, он куда? На Q, да? А, это просто удар, да? С отравлением. Ну, блин, если через отравление играть, то, наверное, будет прикольная тема. Так, эти же у меня прокачанные вернулись или нет? Это, погодите, я оттуда входил? Да. Там вход, а тут выход получается. Аж два артефакта. Босс. Кабинет скорби. Кряк. Господин Кряк, походу, да? А, скорбь это босс. А не которая между боссами попадается. Все, я понял. Отдел заболеваний. В начале своей истории отдел заболеваний выглядел совершенно по-другому. Когда-то здесь высился амфитеатр, где души безумных врачевателей выискивали самые омерзительные миазмы и распространяли их по земле. А главным и самым сумасбродным из них был Карвузини Престин. В средневековье этот чумной доктор так странно защищал свои взгляды на вопросы гигиены, что самолично приговорил к смерти более 1000 человек. Однако вскоре после прихода в отдел юного Гектора Кряка, Престин решил уйти на покой. Дело в том, что рак и последняя эпидемия оказались куда действительнее всех его изобретений. Гектор, значит, Кряк. Пойдем посмотрим, что за... Ой... Ха, я его зацепил?
Да что за А? Эй, а наверх? Ведра с гайками еще и так называемый начальник приперся. Тебе только не хватало. Я вообще-то хотел заняться вопросами пандемии, но для начала обсудим ненадлежащее использование собственности магии. Так, сейчас понять, что он умеет. Че, сразу стреляем? Так, стрельнули. Ждем вторую стадию. Да блин, ты задолбал. Так. Вот он этим подпрыгивает, да? И своим дебильным крюком бьет. Во, вот эти. Так, отходим. А сейчас можно его уже убивать. Ой, а вот тут же другая ульта-то в натуре. Че ж я так затупил-то? Да сдохни! Все. Вот так. А теперь, мистер Кряк, напомню вам простые правила нашей компании. Беречь оборудование, ценить коллег, не грубить директору. Вежливость не стоит ни копейки. Но он меня покосал. Больше пол хп сломал, по-моему. А. Я за счет чего-то еще вылечился. Демонолог. Уничтожение. Дополнительный эффект при убийстве. Инфузия. Дополнительный эффект при атаке. Яд. Наносит постепенный урон. Плащ. Так, вот это можно менять. Что даст? Яростная атака. Яростная атака. А вот это круто. У меня самая крутая, это как раз таки яростная атака. Она там... Но она мне прошлая как-то больше нравилась. 25%. Нет, давайте инфузия яд. Нажмите F, чтобы сменить. Не, у меня вот две карты есть, которые не позволят. Вот это вот, чтобы мне минус был какой-то. Нажмите F, чтобы убрать штраф. Вот. Просто нейтрализовали. Так, и теперь я еще яд накладываю, да? Выходим на следующий этаж. Тут я даже врагов не знаю. Сейчас будем идти крайне аккуратно, крайне, наверное, медленно. Так, поговорить. Господин директор, босс, я тут такое придумал. Только вы никому не говорите. Я придумал спектакль для нашего любительского театра. Мы поставим мюзикл по мотивам «Русалочки». Я думаю, что надо пригласить мистера Кряка на роль краба. Что скажете? Он же идеально подходит. Ну да, тем более люлей-то мы ему дали уже. Пусто. Так, надеюсь, у вас не очень сильно все болит, босс. Все? Ну тут, знаете, вот тут в перерывах вообще делать нечего. Вот один раз там хилочка попала, и все. Так, мне также нужна анима, 76 хп, в принципе, все нормально. Мана, и надо где-нибудь найти призмиум, и дальше улучшать. А улучшать, наверное, ну, за призмиум можно и лук, а можно и косу нашу, в любую из сторон. Но вот это, она прикольная. Куда мы, блин, попали? А, но. Понятно. Можешь сам с собой-то разговаривать дальше. Так, что это за этаж? Какие-то глаза. Крайне-крайне аккуратно, как я и говорил. Так, кто там? О, какая-то хрень. Так, будут появляться? Не будут появляться? Оп-оп-оп-оп-оп. Я не понял, кто это, но я его убил. А почему-то это не новый враг был. Как будто старый. Мне даже за него не... Это же что? А, это вот это нам, да? Нет. Я не знаю, что это было. Враги. Нет. Места, оружие. Ничего же не появилось. С
самородок, а мы про него не читали, поговорить, что Гудрон с Кряком не проще что-нибудь друг у друга подсмотреть. Стоит одному придумать очередной способ выжать из подчиненных еще немного сока, как второй тут же вводит в своем отделе практически такие же меры. Свидетельством может служить существование самородков. Гудрон доверил наблюдение за работниками швыркам, а Крях назначил на ту же задачу самородков. Так, остальных мы все знаем. Вот тут появится вот. 5 новых врагов должны появиться. И один, вот которого мы пропустили, под босс этот. И чё, босс? А или чё? Мистер Гектор Кряк. Мистер Гектор Кряк, руководитель отдела заболеваний Гектор, проявил себя на профессиональном поприще еще до прихода в ЗАО «Смерть». И этот краб обязан успехом только себе. Он самоучкой собственноручно разработал напасть, которая будет мучить все живое еще много тысячелетий. Ради появления на свет великого и ужасного рака Гектору пришлось пожертвовать панцирем и скомбинировать собственные клетки самым неестественным образом. Да, одного мы пропустили. Ну, хотя хрен его знает, что будет. Поехали. Меня больше сейчас пугают новые враги. А сейчас будет бой. 100%. И у меня ульта не заряжена. Потрясающе. Так, мне надо держаться где-нибудь с края. Так, выходим. Ты же кто? Так. Почему вы не самонаводитесь? Да что ты творишь? Почему я его не убиваю? Сколько у тебя хп, блин, дядь? Так, один от одного, об одном уже что-то узнали. Все, фух. Я не понял, что с ним делать, и чем он вообще какие-то волны разбрасывает. Нет, ну это не надо, ударная волна, да это вообще фигня. Так. Враги. Двое должны появиться, притворщик и... Вот, притворщик. Абсолютно все сотрудники отдела зависимости являются жертвами своего руководителя аномалии по имени Макс. Вот, к примеру, притворщики души, запертые в куклах, которые сидят на тугих пружинах в невинного вида коробочках. На земле будущих притворщиков отличало нездоровое пристрастие к тусовкам. Макс, это последний босс, как я понимаю. Маратель. Эта категория сотрудников появляется в ЗАО «Смерть» весьма оригинальным образом. Как только сотрудник одного из отделов перестает справляться с работой, а это происходит весьма регулярно, остаток его души мгновенно всасывается в колодец и перерабатывается в эссенцию. Работник превращается в послушное существо, невозмутимо выполняющее любую черную работу. Нет, все... Понятно, этот он у нас появится внизу. Еще, походу, два босса должно быть. Погодите, здесь будет Макс XXX. О! Катикунай, конечно, не нужен. Ага, вот он. Так, оглушили, хорошо. Убили, хорошо. Почему тогда в прошлый раз я его так долго бил? Или же он это... О. А сейчас они быстро отъезжают. А я же до него достану, не? А-а. Так нельзя. Ой, там какой-то новый. Так, хрен знает, что он умеет, поэтому гасим. Уходим. О, эта штука уже, это я знаю, что такое. А, и он помер. Во! Вот это супер хилка. У меня 86 хп. Так. Я что-то пропустил? Не. Идем просто дальше. Тут попадаются и с предыдущих этажей враги. Так, ну там же кто-то есть, я его слышу. Такс. Опять мана. У меня уже маны больше, чем здоровья.
пошел ты. Хотел вдарить меня. Аккуратно, потихоньку, никуда не спеша. Горит? Сгорел. О, отравление, да, они наносят урон. Отравление, кровотечение. С боссом это, может, поможет. Вдарил и прыгай от него, правда, как от него прыгать, бегать. Тяжеловато иногда. О, все, это прошли. Ну, дай мне мастерскую. Кабинет смертнеджера Цукерка. Тоже 5 этапов. Ну, 5 раундов. Ну, этапов, пусть этапов будет. Так, и кто такой, такая Цукерка? Че у нас с этой стороны Цукерка? Ничего, Цукерка. Так, ульту, 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 ульту. Подержим немножко. Сейчас тут сначала враги-то могут быть вообще. Нет, не будут. И я даже не знаю. А, это пирожное. Оу! Какая дрянная пироженка! Пошла ты нахер! Ты, блин, ты офигела, что ли? Да! Она меня читает! Да пошла ты! Да иди ты нахер! Блин, вот эти ее ложные выпады, конечно. Все, готово. Цукерка. Сейчас сразу ознакомимся. Что это за хрень такая? Блин, это я свою эссенцию еще потратил. Не эссенцию, а аниму. Так, ну давай что-нибудь топовое, братан. Защита плюс 4. Вот это класс! Инфузия. Появляется самонаводящий снаряд. Эффект при атаке. Лук Купидона, но я даже не знаю. Не, защита, защита. Выживание, выживание, выживание. При том, что я могу убрать одну эту. Опаснее, чем прежде. Злые пульсары. Да пофиг, мы убираем. Хорошо. А вот сейчас не знаю, что важнее будет, магазин или мастерская. Так, Цукерка. Куда вот она у нас делась? Она у нас... Во, Цукерка, вот он третий, которого мы пропустили. Получается, два босса еще будет. Цукерка, ведущая мероприятий. Люси Фрукт, прошедшая прекрасную подготовку актриса, при поступлении в консерваторию, выбравшая для себя клоунское дело, на сцене Люси дополняет свои номера сложной акробатикой. Обучение стоит денег, и поэтому Люси работала ведущей утренников в детском кружке по средствам, по средам и праздникам. Эти занятия научили ее великолепно справляться со сложной аудиторией. О, там что-то лежит. Нет. А, ну это проклятие тут было, понятно. Так, сейчас еще враги будут. О, это наш с первого этажа товарищ. Только он какой-то красный. Ой, да ладно. Нафиг тебя. Убили. Не свалится ли он? Дохните, дохните. От отравлений. Хорошо. Тоже этапы длинные достаточно. Ого, сколько у него. А вот у этого оружия ульта наносит меньше урона. Это что? Опять мана. Да что ж такое-то? Ну дайте хп-то. Мана, 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 мана. Сколько можно? Эссенция. Ага. Ну, 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 ну. Консультации по вопросам маны. Потом только один шанс будет. Но если будет и мастерская, и магазин, то, ну, конечно же, я магазин возьму, чтобы фулл хп было.
Там же еще можно купить, допустим, максимум здоровья. Вот мне бы этот найти, призмем где-нибудь. Здоровье. 10 хп восстановили. Да, вот в воздухе мне не нравится, как бьет это оружие. Изи, щит. Спасает от одного удара. Вроде как. И мне здесь это, наверное, понадобится. Давай, 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 давай. Красава. Ой, там же эти бычары Микантары. Так, сначала от них. Да блин, сдохни! Давай, давай, тпчься, тпчься, дядь. Готов. Покоцали. О, камнепад. Тайный прием Брэда. Дешево и сердито. А на что, если менять? Менять только разве что на огненную стрелу, которая у меня дважды прокачана. Но это, видите, оранжевая. Камнепад. Создать из ничего камень может исключительно взрослая горгулья, заключенная в телурических линиях духовной энергии, позволяет им переносить сквозь время и пространство целые скалы. И наглядной иллюстрацией служит камнепад. Этот прием входит в базовый курс подготовки горгулей. Че, глянем? Он за мной летает, да? Он посреди экрана. И быстрое восстановление. Вы посмотрите, можно спамить. А че он по урону наносит? 20. Не, фигня. Не, ну понятно, что это будет круто. Но как его прокачать бы? А он совсем не качанный. А это поджигает. О, таблетка. Что это? ХП тратится. За что? А, он мне на время дал ХП. И оно сейчас будет тратиться. Постепенно. Проклятие, давай-ка. Ломаные кости, фигня. А, кровотечение накладывается по два сразу. Кровотечение. Максимальная сумма плюс 50. Плюс 50. А это вот это прикольно. Так, я могу что-нибудь еще махнуть. Давайте вот это мы махнем. Или же клятву. Давайте клятву, наверное, махнем. 50 к скорости. Нет. Вот. Нет, вот. Кровотечение. Максимальная сумма плюс 50. У меня 15, по-моему, а это плюс 50. Это же будет вообще дичь, по-моему. Сколько же у вас хп-то? А! Офигеть урона! Вот это я накосячил. Ну почему я не стал вниз? Просто мог вниз спрыгнуть. Ну... Жесть! Где моя защита, блин? Неужели здоровье? 10. Ну давай! Магазин! Магазин. Однозначно магазин. Хотя можно было взять камнепад. А, я бы его улучшил только бы. Нет, я бы его улучшил за эссенцию. Ну вот у меня и призмиума нету. А тут две. Нет, три. Траурная арабика. Черный прекрасно сочетается с крем-брюле и с
кремационной печи. Плюс вот, максимум очков здоровья. Это исцеляющая сфера. Один раз. Берем. Это. Вот если я еще одну возьму. Так, давайте вот это берем. Максимум очков здоровья. И... А, сейчас можно, кстати, и исцелиться. Слабенько. Если я еще одну... Нет. Нет, 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 нет. Ее только менять. Она не улучшает нам ничего. Ну ладно, мое дело было попробовать. Ульта есть. Кабинет скорби. Макс. Такс. Отдел зависимостей. Отдел зависимостей. Отдел зависимостей выделяется исключительным сходством с наземными зданиями, когда вы бесконечно ждете одобрения своего дела в зале вечности или бродите по свалке, где разместился отдел загрязнения окружающей среды. Потеряться довольно трудно. А вот если придется решать какой-то формальный вопрос в отделе зависимостей, так и кажется, что в этих холодных обшарпанных коридорах, напоминающих убранством старой башни, когда-то происходило нечто истинно чудовищное. Ладно, мне надо как-то держаться. В рукопашку, наверное, вряд ли я его буду бить. Но если будет возможность, придется. Ну чё, Макс? Что за хрень? Привет, пришло время счастья. У меня твои подручные и так порядком крови попили, так что если не сложно... Слишком просто, так было бы слишком просто. Чё за чудовище? Так. И чё мне... А, я понял. Это несложно было, ладно. Что будешь делать? А может быть мы сейчас ультанем? А теперь? Тут больше, блин, уворачиваться придется. Так, сейчас надо было мне ультовать на самом деле! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сейчас будет еще одна, да? Нет. Вот сейчас. Давай. Да не охнем, блин, мать твою. Ай. Не, защита на самом деле помогает. Смотрите, как он страдает от... от огня и яда. Он неплохо так страдает. Что это? Ой, новая. Опять. Куда ж ты полетел, дядь? Вообще мало хп осталось. Это что? Что он там будет делать? А-а-а! Что делать-то с тобой? Фу, вот так нечестно, я даже не понял. Просто, блин, притянул меня. Вот тут надо ультовать. Когда он эту херню делает. А была ли у меня сейчас ульта? Вот я хрен его знает. Обидно, блин. Так, ну чё, надо уже полностью, наверное, проходить как-то. Чё у нас там открылось? Я его должен убить. Почти же убил, блин, почти. Он когда, блин, в небе, он, по-моему, к моим эффектам этим... Ему пофиг. На отравления на всякие. Чё у нас появилось? Парира. Минус 80%. Чё, 95, вот, спичка. Ну блин, чем больше я этих беру, тем больше шансов, что мне... Ой, меньше шансов, что выпадет то, что, типа, допустим, я хочу. Ну, хотя тут тоже, наверное, есть крутые вещи. О, острый луч. Пустить отдел зависимости. 50 стоит, давай. Чё остается? 229?
тут минус 80%. Нет, вообще уже ядовитый подарок 33 стоит. Убить Гордон Гудрон. Три раза. Еще раз убьем. И откроется. Так, ладно, ребята, продолжим мы. Уже буду проходить с начала, с самого начала, в следующей серии. И, надеюсь, пройдем полностью. Ну и продолжим уже тогда в следующей серии. А если понравилось видео, поддержите лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока.